Разбойником оказался родной брат. Накануне вечером в полицию позвонила жительница дома по улице Есенина. Рассказала, на ее супруга напали. Старший брат, он пришел в квартиру, потребовал 100 тысяч рублей. Услышав отказ, дважды выстрелил в брата из пневматического пистолета. Требовательного агрессора оперативники задержали, пистолет забрали, дело возбудили по статье «Разбой» с перспективой срока до 12 лет. Но в криминальной биографии подозреваемого, который уже был судим за кражи, разбой, наркотики, убийство, это будет не самое длительное наказание.